Всем привет, мы продолжаем играть. Напоминаю, что играем в офигенной БКшечке 3 восьмерочки Stars. Ссылочка на нее находится в закрепленном комментарии. В общем-то 5000 на счету у нас, но давай по 500. И в этот раз с Одиссеи начнем. Так, ну желтых нам дают много, это хорошо, конечно. Х2 уже есть. Ну да, Х2 плюс 500 рублей, сразу минус. Гениально. Так, ну и сейчас мы немножко в минус уходим, да? А нет, возврат. Ага. Так, снова возврат есть. По зеленым. Блин, пока 5. Или сколько? Или 6 там было. Ну да, не собрали, 1,5. Желтых много, это хорошо. Так, смотри, опять Х2 есть. Блин, почти фиолетовые собрали. Но не хватило немножко. Блин, опять не хватило желтой одной, да? Нет, есть возврат. Так, ну давай, может быть, что-нибудь еще в плюс. Нет, пока ерунда падает. Блин, минус пошел. Ну да, в минус пошли. Вообще не хочется в минус уходить. Так, ну тут вряд ли мы что-то соберем. Хотя... Да нет, не повезло. Розовый берем. 4 зеленых. Да, блин, капец, серьезно, ничего не упало. Ой, так, 3 розовых. Пожалуйста. Нифига. Уже очень большой минус. Блин, начали вообще так классно. Так много желтых было. А по итогу... По итогу мы пока не в очень хорошем положении. 4 зеленых минус. Здесь что у нас? Угу, понятно. Так, 3 зеленых. Да блин, серьезно, что за фигня? Что за фигня? Ну давай так. Блин, серьезно, мы что, даже Х1 тут не заберем? Ну ладно, есть Х1. А теперь что-нибудь бы еще. Ух ты, что, на Х2 идем? Ну да, по-любому. Ну, немножко хотя бы отыграли. Но в остальном, конечно, пока играем очень плохо. Пока в минусе. И не выбраться мы не можем из него, да? Блин, серьезно? Еще минус 5000, что ли? Одиссей, я что-то немножко другого результата от тебя ожидал. Ай, так. Ну, что-нибудь. Х3, кстати. Хм. 2250, да? Блин, ну я все-таки надеюсь, что мы заберем зеленку-то. Но, походу, нет. Надо было уходить. Так, 3 зеленых. Возврат. Ай, 1700 осталось, капец. Очень мало. Минус. Так, и буквально 2-3 ставки у нас осталось. Чем мы весь ролик в Одиссей, что ли, проиграли? Блин, получается так. Так, хотя подожди. Появилась надежда. Так. Блин, нет, розовый не соберем. Нигде больше они не собираются. Ну, это что, это Х1? Блин, я так понадеялся, что розовый сейчас соберем. Блин, а может все-таки, а? Дай, пожалуйста. Нет, не хочет. Да, капец, 250 рублей осталось. Я даже не знаю, куда их закинуть. Давай в лягушку, может быть, да к
какого-нибудь хорошего коэффициента. Допрыгнем, поехали. Ага, провалимся на x2. Ну что, к сожалению, в этот раз мы тоже в минусе. Не будем отчаиваться в следующем ролике. Я надеюсь, уже сможем отыграться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.